Россия продолжает бороться с так называемыми фанфуриками. По действующим меморандумам об ограничении продажи спиртосодержащих препаратов подписываются новые аптечные сети. Пока фармацевтов возможно только попросить, но далеко не все прислушиваются к просьбам. Этот вопрос сейчас находится и на строгом контроле главы республики, который неоднократно подвергал критике работу фармацевтов. Сегодня об этой проблеме и возможных путях ее решения журналистам рассказали специалисты Министерства здравоохранения и социального развития. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Сколько ни рассказывай людям о вреде фанфуриков, о желающих приобрести такие настойки для принятия внутрь, меньше не становится. Специалисты Минздрава Республики приводят пишущие братья наиболее вопиющие примеры. Недавно в одной из районных больниц врачам удалось вывести из комы женщину, которая отравилась лишь малой дозой спиртосодержащего препарата. Ее мозг попросту умер, и сейчас медики пытаются восстановить его работу. Часто употребление фанфуриков приводит и к летальному исходу. Эти настойки чрезвычайно опасны. Это в любом случае токсический гепатит с переходом в цирроз печени. Это острая почечная и печеночная недостаточность, это острая мозговая кома и это острая дистрофия миокарда. То есть, соответственно, здесь очень страшен компонент токсического действия этих препаратов на наш организм. Для кого-то фанфурики – лекарство, а для кого-то – альтернатива алкоголю. В аптеках эти препараты отпускают без рецепта. И, по сути, торговать ими закон не запрещает. Ограничить продажу настоек в республике пытаются и заключают соглашения с фармацевтами. На дверях аптек вывешивают вот такие плакаты. Теперь здесь не торгуют фанфуриками, которые превышают объем 50 миллилитров. Цель меморандума – это не продажа добровольная спиртосодержащих более 50 миллилитров. Под эту когорту у нас подпадает, значит, сейчас настойка боярышника 100 миллилитров, гербатон 100 миллилитров, пламевит, если где-то еще остался, 100 миллилитров. И ацетилен 100 миллилитров. Настойки меньшего объема обычно не вызывают интереса у любителей спиртного. Хотя и в случае с мини-флаконами фармацевтов просят при продаже рассказывать людям о побочных эффектах и предлагать этим лекарствам замену. Настойку, значит, боярышника можно заменить плодами боярышника. Если спрашивают настойку перца 25 миллилитров, который тоже очень эффективное средство для натирания, значит, можно как бы предложить либо перцовый пластырь, либо массиспол, который тоже в состав входит перец. В республике продажу спиртосодержащих настоек ограничивают уже более 100 аптек. Журналисты решили их проверить на честность. Там, где вывешен знак запрета, нам отказываются продавать 100-миллилитровые флаконы. Но о здоровье жителей заботятся не все. Правда, далеко не все аптечные сети Новочебоксарска подписались под меморандумом об ограничении продажи фанфуриков. К примеру, здесь только что нам удалось приобрести сразу 3 флакона асептолина объемом 100 миллилитров. Вот здесь на чеке отчетливо видна дата – 31 июля 2014 год. Специалисты отмечают, что запретить продажу фанфуриков возможно, но только после принятия поправок в закон. Именно так в стране удалось притормозить производство дезаморфина. В его состав входил лекарственный препарат пенталгин. Теперь его продают по рецепту, и это повлияло на ситуацию. Производство страшного наркотика сократилось в разы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.